В Мирнинском районе состоялся открытый турнир по вольной борьбе. Звание победителя оспаривали спортсмены из Мирного, Эхала и Удачного. Сюжет коллег в Алмазном крае. Сила, ловкость и тактическое мышление – необходимые качества для занятия этим видом спорта. Им занимаются настоящие мужчины, говорят сами спортсмены. Когда я смотрю на борцов, я думаю, наверное, это легко, когда я выбирал пойти на какой вид спорта. Это оказалось, что это нужно иметь большую силу воли, нужно иметь самоотверженность. И стремиться к победе всегда. Соревнования проходили при поддержке правкома комбината Удачнинского отделения культурно-спортивного комплекса, администрации города и центра дополнительного образования детей. Есть у нас такая возможность, и вот мы приняли такое решение, что поддержать данную инициативу. Закупили для этого мероприятия призы с логотипов профсоюза «Профалмаз». И вот сегодня будем вручать победителям данного мероприятия. По результатам турнира в общекомандном зачете на третьем месте оказались мирнинские борцы. Серебро получили айхальцы. Ну а победителями стали спортсмены из Удачного. Лучшим борцом признан Рамазан Шафигулин. Приз за волю к победе получил Адан Рабаданов из города Удачный. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».